музыкой, с такой музыкой можно не то чтобы вручать, можно съедать эти премии. За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга. Вынести дипломы и статуэтку. Я прошу приблизиться ко мне, но не ко мне, выйти на эту сцену великую и могучую, любимую и самую-самую сладкую. Вера Александровна Карпова. Народная артистка России, актриса Академического театра имени Акимова. Комедия, комедия, комедия. Карпова, Карпова, Карпова. Дорогие друзья, у меня со вкладами всегда было не так просто. Я очень мечтала, будучи школьницей, чтобы мне купили взрослый велосипед. Произошел какой-то обвал, в результате мама купила себе перчаточки, а нам троим детям мороженое. Потом я уже кончила училище Щукина, снялась в двух картинах, включила трава, мечтала о машине. Мама сказала, зачем тебе москвичок такой маленький, зачем, немножко еще снимись и купишь победу. Опять что-то произошло, и я купила велосипед. Потом были ваучеры. Эти ваучеры мы сдали на какой-то конный завод, и эти прекрасные жеребцы унесли их вместе с заводом. И вот сегодня мне говорят, мне дают вот эту замечательную. У меня уже одна есть. За вклад. Наконец-то я сделала правильно. И все, что мне было дано сверху, все, что я приобрела, оказывается, я верно вложила один раз в жизни. Спасибо тем людям, которые меня научили именно это сделать. Спасибо. И я вам советую, все, что вам дано сверху, все, что вы обретете в своей жизни, от партнеров, режиссеров, от своих детей, от родителей, вкладывайте только в одну, в эту замечательную площадку. Браво! Сцена!